Дети всегда были активными и энергичными. Дети получили книги и начали читать и писать с целью познания мира и самих себя. Дети задали вопрос о континентах, странах и флагах. Дети хотят рисовать, делать поделки, клеить, перерабатывать и использовать материалы снова. Детям необходимо петь, играть на барабанах и гитаре, чтобы заниматься музыкой целыми днями. Дети мечтали стать поварами, ковбоями, королями и королевами. Для детей придумали классную комнату, но она была слишком шумна. Дети не могли услышать их внутреннего голоса, который стремился к вдохновению и мечте. Поэтому они попросили нас улучшить акустику. Только 21% классных комнат отвечают стандартам акустики. Преподаватели в 60% школ жалуются на проблемы с голосом.